популярности две стороны. Кроме денег, славы и толпы поклонников, к знаменитостям приходят армии хейтеров. У большинства их не так много, но есть исключения. Звезды количество ненавистников, которых зашкаливает. Именно о них наше сегодняшнее видео. Скандальная балерина Анастасия Волочкова регулярно подвергается критике в социальных сетях. Как правило, хейтер Волочковой критикует ее за слишком откровенные фото и коронный шпагат. Сама балерина считает, что недоброжелатели просто завидуют. Популярность рэпера Фараона не дает общественности покоя. Хейтеры утверждают, что в песнях музыканта нет никакого смысла, однако они часто попадают в топы чартов. Фараон утверждает, что ему нет дела до критики, однако он не раз записывал видеообращения и вступал в пререкания с людьми из толпы на концертах. Ольгу Бузову ненавидят миллионы. Началось все с ее участия в проекте «Дом-2», а продолжилось, когда она начала записывать песни. Ольга является чуть ли не единственной звездой, у которой есть целая группа хейтеров из знаменитых рядов. Ее не переносят Настасья Самбурская, Марина Федункив и другие знаменитости. Ксению Собчак, как и Ольгу Бузову, ненавидят многие. Ксения неоднократно заявляла, что привыкла к тому, что ее называют лошадью, и никак не могут забыть ее прошлое на «Доме-2». Однако проявление сексизма и шовинизма выводит ее из себя. Тимур Родригес часто сталкивается с критикой из-за своей музыкальной карьеры. Ненавистники считают, что у певца нет таланта, и на концертах артист поет под фонограмму. Егор Крид подвергся критике после участия в шоу «Холостяк». Его обвиняют в том, что проект – самая обычная постановка. В ответ на травлю хейтеров Крид написал, что эмоции, которые певец испытывает на проекте, искренни, а те, кто сомневается в этом, может просто не смотреть шоу. Диана Шурыгина стала мишенью для оскорблений после выхода первого выпуска шоу «Пусть говорят» с ее участием. История девушки об изнасиловании не внушила доверия общественности, и ей устроили настоящую травлю. Из-за этого звезде соцсетей пришлось переехать в другой город вместе с семьей. А кого из знаменитостей ненавидите вы и почему? Делитесь в комментариях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски.